У меня осталось еще достаточно краски, и я решила, значит, исправить бракованную вот мою работу, которую мы с Леней пробовали делать, и, к сожалению, у нас ничего не получилось, как бы мы хотели. Поэтому я решила использовать те краски, которые у меня есть, остались, и сейчас мы проведем как бы продолжение. Вот, посмотрим, что из этого получится. Я вам покажу еще одну технику. Вот. Практически, может быть, нет, я все-таки сделаю вот так. Делаем наш, как говорится, пул, бассейн. Мне эта техника давно уже знакома, она никогда не дает, вот скажем, всегда что-то новое, что-то интересное, поэтому я уже краски, вот, кстати, уже куснет, но я не хочу растворять, хочу использовать как есть. Мы все-все используем. Очень интересно получается. Белого практически не осталось, но в принципе нам и не нужно. Я не буду заново все. Это маленькая поверхность, в принципе, поэтому раз уже у нас вся краска, я использую все. Вот, использую все. Что даже для большего количества подошло бы, но ничего. И вот у нас такой пул. Мы можем незначительно размешать, не сильно. Раз, два. Некоторые говорят, можно не мешать, но мы попробуем. И теперь эта техника, которая, ну, может использовать, называется свил, то есть завихрение. И вот мы делаем вот так вот. Такими. Вот. Честно говоря, нас бы на чуть больше хватило. Вот. Такие вот получается у нас, видите, открывается уже. Очень интересно получается, такие как ландшафты. А здесь по бокам можно немножко замазать, чтобы не было вот это видно, хотя на все вот здесь на слугу немножко надо. Вот. Вот. Что-то похожее как агат. Вот. Ну и вот так вот. Видите, как интересно получается. Вот, смотрите, какая красота. Вот, и сейчас я немножечко подогрею. Так как я не использую алкоголь, то я могу его немножечко прогреть. Чтобы открылись, вот смотрите, как открываются, значит, вот эти клеточки, видите?
разница. Мне не нравится немножко, хотя нет, это, в общем, красиво получается, эти большие. Ну вот посмотрите, из остатков здесь даже не нужно как-то особо дорабатывать. Вот разве это не красиво получилось? То есть смотрите, какое разнообразие, можно чуть-чуть вот так вот. И все, и можно оставить сушить. Вот, хотя, в принципе, смотрю, у меня еще есть немножко, может, я еще хватит на одну маленькую, потому что мне нужно прикрыть это все. Вот, давайте попробуем еще немножечко. Вот, пусть стоит, или мы его переставим лучше сюда, чтобы нам не мешал. Это у меня как бы здесь нерабочее место, пусть сушится. А мы сейчас посмотрим еще. Одна такая есть. И самое интересное, что вот я буду даже использовать тоже, как говорится, контейнер, чашечку. Не знаю, думаю, что хватит нам на эту. Вот, сейчас мы все, что у нас есть, выльем. И вот иногда получается очень интересно, что, в принципе, можно уже спокойно дарить. Я вам сейчас покажу, как открылись. Смотрите, как открылись все вот эти интересные клеточки. Просто прелесть, да? Не знаю, насколько камера позволяет это все передать. И вот еще у нас есть немножко вот этого, этой краски. Может и хватит, может нет, ничего страшного. Главное, что в этом рисовании можно, вы знаете, можно менять, вот можно перекрашивать, переливать, можно добавлять краски. У меня даже есть одна идея, как создать целое такое полотно пейзажное именно с помощью вот этих видов. Вот этих видов. Вот этой техникой. Ну, попробуем сделать немножко. Я вам показывала по спирали. Есть еще такой метод тоже, мы можем экспериментировать. Вот фактически вот такой метод. Видите? Не знаю, насколько нам хватит, но посмотрим. Может и хватит на всю. Вот, может хватит на всю. Вот, это другая методика. Без завитушек, но тоже своеобразные. Вот, а теперь мы можем приступить к разливанию. Вот, честно говоря, не надо даже особо разливать. Но видите, какие переливы пошли. Вот где у нас пустые места, вот то нужно закрасить немножечко. Вот. Вроде бы больше у нас полей нету таких. Вот здесь еще немножко. Это все потом можно закрасить. То есть на данном этапе оно особой роли не играет, потому что все равно будет течь. Вот. Но мы поправляем, конечно. Вот. И теперь вот смотрите. А это вот такая интересная композиция. Такими вот полосами. Другая. Но если мы чуть-чуть подогреем, я думаю, что будет у нас тоже открываться. У нас будут открываться. Я уже запачкала свой фен. Да, у нас открывается. Сразу видите, как мы подогреваем. Сразу открываются у нас маленькие такие клеточки, вот такие интересные переходы. Вот, кажется, мелочь, остатки, но вот из остатка можно создать что-то очень оригинальное. Вот тут немножко подправить можно сейчас. Вот. В принципе, очень-очень такие
Очень-таки интересно. Вот, как видите, и у нас получилось две работы. Одна работа вот такая. Она довольно-таки красивая, симпатичная. Я считаю, уже подарок можно кому-то отдать. И вот еще одна, вот это то, что мы делали, работа. Вот, как видите, тоже очень интересная, правда ж? Вот, я не знаю, хорошо ли вам видно. Вот, но потом я сделаю фотографии. И, собственно говоря, это благодаря тому, что мы пробовали, ну, испытывали, экспериментировали с красками и растворителем. И я убедилась, что все-таки нужно больше быть к оригинальному. То есть, если мы используем Art Deco Art растворитель, то, конечно, желательно краски от Deco Art, потому что они дают вот отличнейший результат. Я осталась работой очень довольна. Если вам нравится, я вас жду на следующее видео.